Вышла такая статейка, и мне настолько смешно заголовок. «Птичкой, феей, кем угодно могу быть, главное, я всегда Филипп Киркоров. Певец развеял слухи о двойнике. Ну, кто бы мог подумать, вранье на вранье». Почему? Да я вам сейчас скажу. Почему? Потому что, вот, обратите внимание, тут не так сильно видно. Значит, вот, его сравнили вот с таким, как говорится, персонажем, с кем только не сравнивают. А ему, видите ли, смешно. Вот, ему смешно. Ладно, давайте и мы посмеемся над ним и посмеемся. Значит, вот Лена Миро показала, как он после операции, он там где-то, как его там отрезали все и так далее, все резали. Вот. Вот сейчас он седовласый, но изменившийся. А теперь я вам хочу показать, значит, еще показать вот этого. Вот такой Филипп Киркоров. Как вам? Похож? А? Как вам такое лицо? Похож? Нет, не похож. Похож. Нет, не похож. А нет, похож. Похож, похож. А теперь я хочу показать вам, сказать, что двойник Филиппа Киркорова, 25 лет, выступает в образе певца. И он вместе с Филиппом Киркоровым вот так преобразился. Стал седовласым. Сделал, я не знаю, то ли пластическую операцию, то ли что. Но стал копией Филиппа Киркорова. Он и раньше был, и дальше будет продолжать выступать иногда вместо Филиппа Киркорова. Пусть он что говорит, Филипп Киркоров, я ему не верю, я вообще медийным людям не верю. Вот, а теперь эта статья была не сегодня, это была статья в 22-м году. В прошлом году это было. Так, и сейчас я вам покажу всех, как говорится, некоторых двойников. Вот. Нашли в Турции похожего человека, который похож на Филиппа Киркорова. Вот. Он не один такой. Вот. Видите как? Похож на него. Похож. Дальше еще хочу показать вам. Так, сейчас я вам покажу, что здесь. Вот, и вот этот. А теперь сейчас покажу всех двойников. Так, вот Киркоров, двойник номер один. Поехали дальше. Вот еще следующий, двойник номер один. Вот двойник следующий. Вот Киркоров номер один. Вот это двойники все. Это двойники. Это все двойники. Это не Филипп Киркоров. Это все двойники. Вот двойники. И он еще говорит, что у него нет двойников. Вот двойник. Вот. На каком, как говорится, вот они, двойники. Вот так. Поехали дальше. Вот вам. Филипп Киркоров номер два. Вот тоже номер два. Поехали дальше. Так. Вот еще номер два. Их полно. Так. Вот он номер два. Так что верить этим. Это номер три. Уже меньше немного похож, но тоже похож. Так. Вот. Это тоже номер три. Так что, господа, они все врут. Вот.
настоящий Киркоров и вот двойник номер три. И вот это тоже двойник номер три. С поддельной Аллой Пугачевой. Киркоров номер три. Вот. Вот так. Так что, господа, двойники, они у всех, как говорится, налицо. Вот они. И это двойники. Так. Что вам еще показать? Ага. А вот и двойник. Вот. Сделал тоже пластическую, наверное, операцию. Так, сейчас. Что-то убегает. Убегает, не хочет, чтобы я его показала. Ну, это же просто. Потому что здесь все двойники. Блин. Все двойники. Вот он. Да, черт бы его. Но мне смешно. Вот он. Вот он. Вот, видите, разница есть. Даже посмотрите, черты лица. У Киркорова какой нос, да? И у этого нос разница. Так, улыбка, разница тут. Вот, усы. Так, смотрите внимательно. Вот они два, вот. Смотрите, разница. И, во-первых, и брови разные. Глаза. Вот. Вот так. Поехали теперь дальше. Теперь что я хочу сказать вам. Вот двойник. Это тоже двойник Киркорова. Это не сам Киркоров. Вот. Вот. Пожалуйста, двойник Киркорова, вот, в очках, чтобы не так было заметно, чтобы не так этот самый, вот, видите, так что у него их аж три, а может еще и, ну, вот это так. А теперь я еще хочу сказать, вот. Что же я хотела-то вам сказать? Самое-то главное. А самое главное, наверное... Значит, он говорит, что у него нет двойников. Но вот это двойник. Посмотрите, внимательно посмотрите. Это не Филипп Киркоров. Это двойник. Это двойник. А вот это Филипп Киркоров. Разницу видите? Вот, разница. И это Филипп Киркоров. А вот это двойник. Даже глаза, разрез глаз, все, короче говоря, брови. Все разное. Вот так. А еще я хотела сказать, что... Так, где же я столько снял? Вот, это Филипп Киркоров. Он ли это? Это он. Так, дальше смотрим. А теперь я еще хотела бы сказать такую вещь. Везде он хвастался, всем говорил о том, что он очень любит свою маму, о том, что он любит свою маму, своих родителей. Вот. Но Бог долго терпит, господа, долго терпит. А теперь вот я хочу показать. Вот. Он очень долго терпит, что творит Киркоров. Мало того, что он плясал на кресте. Ему это простили. Сейчас он пошел против божественной природы. Потому что по образу и подобию был создан человек. И создан он был по образу и подобию. Его родила вот эта женщина, мама. Они были похожи. Вот, она его родила. А он
стыдиться своей внешности, стыдиться своего организма, стыдиться того, что, как говорится, было создано, а он обжором испортил свою фигуру, и он решил против божественной природы пойти и лечь под нож. Это уже не Филипп Киркоров, это уже не тот, кого родила вот эта женщина, которую он, Виктория. Это не она родила его такого. Он уже изменил свою природу. Он все изменил в себе. И некоторые говорят, а что там потом восстановит? Нет, господа, он уже не тот. Это уже не Филипп Киркоров. Это не тот, которого родила вот эта женщина. Это не тот, в котором было заложено вот это от вот этой пары ребенок. Нет, это уже совершенно другой человек. Вот отец вот мать. Вот. Они родили его. И вот эту божественную природу он внес коррективы в эту божественную природу. Бог долго терпит все ошибки людей. Но то, что совершил Киркоров над своей внешностью, стыдясь своего, как говорится, своей внешности, тут говорится, ой, ради, вот как Миро тут, что-то Миро тут, где тут это? Ага, вот Миро сказала тут, вот. А тут она как-то сказала, значит, как тут сказано, результат улучшений, значит, планирует показать на концерте в апреле. Ну, ладно, и так далее. Значит, тут ради искусства. Ради какого искусства? Ради какого искусства он старается? Ради какого искусства он идет против Бога? Это, я считаю, на мой взгляд, почитайте Библию, что создал по образу и подобию. А все, кто вот идет на вот такие ухищрения, делает операции над своим телом, над своим организмом, я считаю, что это преступление. Преступление совершает против себя, против своей, как говорится, сущности. Это уже не тот Киркоров. Они говорят, тут написано, ой, я тот же Киркоров. Нет, это уже не тот Киркоров. Нет. Вы хоть что говорите? Это не тот Киркоров. Это не тот Киркоров, который был. Это уже совершенно другой человек. Это уже другая сущность. Вот это двойник. Вот. И хочу показать, что вот это настоящий вот якобы Киркоров, а вот этот вот, это двойник. Это двойник, это не он. И где-то там он тоже где-то был, вот где же это было-то, было-то. Не знаю, столько окошек я понаоткрывала, столько я материала нашла, и весь, как говорится, вот он, вот, двойник. Это не Киркоров. Вот. И врет он, что у него нет двойника. Человек 25 лет и уже даже больше выступает вместо него. На некоторых концертах он выступает вместо него. Двойник выступает. И он говорит, у меня нет двойников. Когда вот человек конкретно
говорит, что он 25 лет замещает иногда Киркорова. Так что вот так, господа, я не верю, вот не верю вот этим вот высказываниям, когда вот реально двойник Филиппа Киркорова. И не один. Но вот этот выступает 25 лет. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будете в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом. А кто хочет помочь развитию канала, под роликом есть расчетный счет. Не верю я людям медийного пространства. Есть основания не верить, потому что они врут на каждом шагу.